Здравствуйте! Данное видео записано специально для repetit.ru. Меня зовут Юлия Храпунова, я преподаватель китайского языка. Мой стаж преподавания 9 лет. По образованию, по специальности я синхронный переводчик китайского языка. Синхронный перевод — это самый сложный вид перевода, потому что требует очень высокого уровня знания языка. Я преподаю китайский язык как детям, так и взрослым. Если вы хотите сдать международные экзамены HSK либо HSK-K любых уровней, участвовать в телевизионных программах на китайском языке, изучать китайский язык для хобби, работы, путешествий, либо поступить в китайский университет, то я буду рада довести вас до этой цели. Мои ученики участвуют в олимпиадах, в конкурсах, поступают в китайские университеты после 11 класса на бюджет, потому что они выигрывают гранты для обучения. Также важно учесть то, что я жила в Китае 9 лет и до сих пор периодически туда летаю, и я обучаю настоящему живому китайскому языку. Дело все в том, что во многих учебниках китайского языка уже не актуальна информация, так китайцы не говорят. И я обучаю именно живому настоящему китайскому языку, современному китайскому языку. И когда китайцы будут потом с вами говорить, либо если вы будете переписываться с китайцами, они вас не отличат от китайца, потому что ваша речь будет настоящая, живая китайская. Буду рада видеть вас на наших занятиях. До скорых встреч, до свидания.